Итак, друзья, забрели мы в новые места, абсолютно новые. Вот клуб «Динамо». Я так понимаю, что это лодки, которые там, байдарки, каноэ ездят здесь. Мы были вот на той стороне, с Викулей как-то пешком ходили, потому что туда не проехать, там все закрыто. Это такое частные такие шикардовские дома для новых русских. Стоимость этих домов, этих квартир, точнее, даже замучишься говорить, там столько нулей. Но, тем не менее, можно вот взять велосипед и проехать по такому спокойному, вот как сегодня дню, такой спокойной воде, увидеть яхту «Бармалей». Я тоже удивился. Вон, на английском написано «Бармалей». Это не яхта, а кораблик. Кораблик «Бармалей». Вот. Просто ходим и наслаждаемся. Ой, ходим, ездим, точнее. О, на таких двух прекрасных велосипедах. Электро, где практически не надо крутить педали. И такая какая-то тишина и спокойствие сегодня. Прямо вот умиротворение какое-то душевное. На воду покажите. Вот такой воды практически не бывает. Да? Спокойный, ровный, без ветрия. Плюс солнце, что вообще редкость в Питере. И просто душевное такое равновесие. А, погодите, чтобы вообще идеально было, у нас с собой есть препарат Ибон лекарства. В виде коньячка. Сейчас вот, смотрите. Вот следите за мной. И душа поет. Чувствую, песню слышите от души? Ой, ой, ох, эти замечательные звуки. Музыка. И спасибо Викуле, что она меня вытащила в этот прекрасный день, в такое прекрасное место.